Всем привет, вы на канале Паша Кин Гейм Ченнел, с вами как всегда Павел, и сегодня мы с вами посмотрим на новинку, только что буквально вышла в Стиме. Я честно скажу, я ее отслеживал просто потому, что это какая-то дичь очередная, да, Kissing Simulator. Игра должна научить нас целоваться. Стоит она в Стиме сейчас 18 рублей, в ней нет абсолютно никакого звука, то есть то, что ты сейчас слышишь, это я накладываю отдельно. Вот, в ней нет звуков, я проверил. Поэтому, я, например, сейчас будем учиться. Я, например, не умею еще, я не пробовал, может быть, меня чему-нибудь эта игра научит, почему бы да, почему бы нет. Кстати, да, ты первый раз видишь, теперь черная стена, все, синим стенам бой, теперь будет черная стена, теперь я буду чуть покомпактнее, чуть поудобнее, как ты любишь. Давай начнем. Я не знаю, насколько эта игра получится у нас вообще длинной, да, насколько это будет длинный такой первый взгляд обзор, или может полное прохождение, не знаю. Надеюсь, тут не будет никакой эротики. Издает игру небезызвестная, но относительно, Кавказ Сила Геймс. Я уже смотрел на несколько их игр, но это дичь-дичью, да, ну, типа симулятор чистки зубов, симулятор сидения в метро, вот это вот все, вот они вот такие игрушки издают. А что-то разработчика тян-тян-тян, тон-тян, что-то я в Стиме написано, тоже какая-то лютая дичь. Поехали, давай, play. Beach, room, field. Field это что? Это поле? Давай начнем с beach. Сучек, да? Здравствуйте. Прямо вот так вот сразу, да? А что за options были? Опа, ее можно кастомизировать. Только вот мышка двигается вместе с камерой. А я тебя не вижу, мать. Ты где? А что я изменил? А, все, на правую кнопку мыши. Йоу, ты че такая широкоплечая-то, а? Ты че? Ты че такая накачанная? Воу. Удобный наряд. А почему нам на... Почему ты в носках? Объясни, почему... Блин, нельзя ниже посмотреть. Почему ты в носках и в таком костюме? И, соответственно, купальник. Ну, мы на пляже, можно и покрасить волосы, да? А это что? А, можно разных оттенков создать. А что не со вторым глазом? Почему мы его не видим? Ну, давай ставим вот такие вот частично фиолетовые. Что ж, давай. Там на Е было написано, да, Kissing? О, блин... И это все? А как? А можно мне там выбрать, ну, знаешь, ну, вот я помню, в мое время мы учились, короче, на всяких, знаешь, ложках, короче, целоваться. Ну, я что же говорю, я вживую-то еще не пробовал, но вот, блин, ну, знаешь, взять, какую-то ложку взять. Еще в детстве, я, это, наверное, стёб был, но нам говорили, тренируйтесь на помидорах. Вот я не совсем знаю, как можно потренироваться, целоваться на помидоре. Но... По-моему, она нас целует в щеку. Ну, то есть, смотри, где рот. Просто, ну, вот мы же глазами на тебя смотрим, да? Вот мы же направленно на нее смотрим глазами. А она нас целует куда-то выше, вот сюда. Ну, вот сюда-то целовать не надо, ты не подумай, это я сейчас так показываю, нет. Вот так вот, короче, она целует нас сюда. И как, куда? Ты что меня в щеку сосешь? Или ты мне глаз вылизываешь? Не надо мне глаз вылизывать. Это все, да, это все, что вы все время в одной позе. Ты что, серьезно, что ли? А я романтическую музыку подставил. Ну да, она сосет там щеку. Ну, вообще, наверное, для поцелуев вот такой... Это что такое? Это я, что ли? Я внутрь себя смотрю? А, да, это я внутрь себя смотрю. Фу, блин, внутри нас какое-то месиво. А почему тут больше, а тут меньше? По-моему, за какого-то урода гермафродита, да, играем? Не, девочка ничего такая. Пляж голый, ни пальм сзади, ни хрена. Какой-то островок спереди. Ну, на пляже, наверное, проще. На пляже, давай согласимся с тобой, на пляже, наверное, проще поцеловать девушку, потому что, ну, как бы ты ее уже вывез, да? Ты ее вывез, ты вот скажешь, смотри, красотища-то какая! Вот она берет, да, конечно, я согласна, и берет, и муа, тебе просто в щеку. А, я понял, надо, наверное, как-то вот так вот лицо подставить, смотри, вот сейчас, смотри, сейчас она нас губы поцелует.
Понял? Ты, если девушка к тебе тянется, ты тоже, ну, ты помоги ей, а то мало ли она ростом, ну, низкая, ты преклонись, а то как ей еще быть? Вот никак. Ладно, херня полная, давай рум посмотрим. Соответственно, рум. Ты смотри, игра нас плохому не научит с тобой. Ой, а что так темно? Слушай, ты мне не нравишься в таком наряде. Давай ты уже разделась как будто бы, да? Или нет, давай вот. Вот, платье. Ну, мы, короче, давай так, давай пофантазируем. Мы гуляли с девушкой. Гуляли с ней в парке. В парке. Шли с ней в парке. Она такая говорит, ой, я что-то так замерзла, на мне все это платится. А ты идешь, как бы на тебе еще футболка. Соответственно, ей ты ее не дашь, да? Ей же ты не сможешь дать футболку, иначе ты как останешься, что, голым, что ли? Ну, это как бы не культурно, да, может быть, ты там стесняешься, или в конце концов самому холодно. Ты говоришь, а пошли ко мне, у меня есть, знаешь что у меня есть дома? Гитара. И вот ты такой приводишь ее домой, а у тебя такие лампочки тут стоят красные, романтические, она думает, ой, она думает, ну все, надо что сделать правильно, наверное, с ним заобщаться. И вот она стоит на тебя, смотрит, правда, не разулась, падла, ну, а что делать, ничего страшного. Такая на тебя смотрит. Ну что, может быть, ты поиграешь на гитаре, а у тебя уже все в голове, вот эти вот звуки идут гитарные, ты думаешь, етить-колотить, такая девушка у меня дома, я так ее хочу, и я ее, ага, целую, да. А хрен бы с этой гитарой, это был только предлог. Запомни, главное найти правильный предлог. Если ты найдешь правильный предлог, то у тебя все получится, а если, ну, как бы, понимаешь? А если мы... Пожалуйста, не крути камеру. Не, мы это уже видели. Зачем нам это еще раз нужно? Так. Ну, давай посмотрим филд еще поле. Не, ну это вообще идеальное место. Ты посмотри. Опять же, только другой вид нужен, да? Убери. Ну какая девушка вот в таком виде будет гулять? Она конченая, что ли? Ну только конченая, наверное, какой-то. Конченый человек будет гулять по полю с голыми сиськами и в одной рубашке. И в носках. То есть, понимаешь, на ней носки, шорты и рубашка джинсовая. С очень надутыми плечами. Почему у тебя правое плечо такое надуто? Хотя, блин, у меня, смотри, дыра тут. Что это? Что это? Что за фейл? Ну ты смотри, разработчики добавили ветер. Они добавили нам ветер. Чтобы что? Чтобы у нее развивались волосы и, возможно, развивалась рубаха. Но нет, рубаха хрень полная. Но я предпочел, чтобы она, конечно, опять в этом платье гуляла. Но не в купальнике же ей гулять по полю. Ну это же бред. Ну это вообще, ну каким надо быть криво-кособойким, чтобы нарисовать ей такое плечо? Не, может быть, у нее там чужой вылезает, но мы же не знаем, ну как бы не будем смеяться. Может, у нее там, ну, а может, она сиамский близнец? Может, у нее там сестричка? Ну, не стоит над этим так угорать. Ну вот самый нормальный вид. Давай-ка сделаем ей цвет волос, знаешь, ну, закастомим ей под цвет поля. А у нее цвет глаз меняется или как? Нет? Всегда кроваво-красные. Давай вот такой вот. Девочка с поля. И она на нас смотрит и такая, нет, даже вот так вот. Вот в таком виде, да, лучше. Слышь ты, бык. Так. Слышь ты, бык. Слышь, бык. Ты меня целовать-то будешь? Я босиком, бляха, на поле стою. Может, ты меня уже поцелуешь? О, окей, паси, хорошо. Я тебя в глаз засосу. Она говорит и сосет нас в глаз. У нее текстуры кожи просто вытекают из кофты. Она так, короче, сочится всем. Почему ты в носках? Почему ты в носках без обуви? Почему ты везде без обуви? Ты что? Почему ты в обуви только здесь, в платье? Что? Игра, кстати, помечалась в Стиме как сексуальный контент. Я тут ничего такого не вижу. Давай вот, можно так сделать, смотри. Ну как это, вот как они это делают-то? Как-то так, ну просто непонятно же. Как вообще целоваться? Напиши мне в комментариях, как оно вообще, ну, целовать? Иди хумать, это же так сложно, наверное. Это, наверное, мерзко, это же слюни, фу, блин, ну это...
Хрен его знает. Обмен жидкостями. Зачем это нужно? Кому нужен этот обмен жидкостями, объясни мне? Ну, вообще никому, да, наверное? А можно еще что-нибудь сделать? Все, только три эти, да, фильм. Ну, честно, конечно, рум темно слишком. Ну, поле, да, в самый раз. Кис, ну, options этот. Ну, нас научили смотреть на девушку в разных видах за 18 рублей. Ну, это же вообще дичь. Если уже откинуть все приколы, то это полная херня, да. Это вообще, это не симулятор поцелуев. Это не симулятор поцелуев. Это симулятор того, как девушка тебе, ну, просто лижет щеку. Возможно, лижет щеку, потому что она даже рот не открывает. Я просто думал, когда речь шла о симуляторе, а там еще девушка такая на кровати лежит, да, то есть, ну, как бы, знаешь, это уже чуть дальше, чем просто поцелуи. А я думал, ну, знаешь, какие-то, ну, сподвиги будут, ну, хотя бы, знаешь, хотя бы, ну, какой-то контент нам даст более качественный, что ли. А тут нет. А тут нет, тут просто, ну, херня полная. Херня полная. Вообще у этих Кавказ Сила Геймс, ну, так себе получается подобное выпускать, издавать. Да, что-то они и разрабатывают, но это полная херня. Ну вот, ну прям полнейшая. Это называется просто наебем. Вот, ну не более того. Ну, в целом угорнусь, ну, наверное, с нами, со мной на видео, да, но скорее полезнее просто послушать о том, как... ну вот гуляешь ты с полем, на поле с девушкой, ну красота, ну нарви ты ей этих долбанных ромашек, подари ты ей их, чтобы вот она вот в таком вот виде шла довольная. А тут смотри, она такая грустная, у нее, блин, она старалась, красилась, одевалась. Ты ее вывел на поле, да, ну допустим, ты там, ну, студент или школьник, нет у тебя денег сводить ее куда-нибудь. Ну и хрен бы с ним. Привел, ну нарви, ты посмотри, сколько цветов. Дай ей в руки дай. В башку ей вставь эту ромашку, чтобы красиво было, чтобы романтика вся была, вот это вот все дела. Ну не будь ты, блин, бревном и стуканом, ну ёпта, ну чё ты как этот. А игра, короче, вот скорее об этом, да. А куда стоит вести девушку, да, то есть это пляж, это свой дом, это чисто поле гулять. И забудь ты нахрен про все эти кино, рестораны, пожрать можно и дома. В конце концов, так ей говори, жрать мы будем дома, не в кафе. Как-то так. Так, у нас получилось коротенькое видео. Но за это коротенькое видео мы посмотрели вообще всю игру. Прям, я не знаю, можно ли назвать это прохождением? Скорее всего, нет. Ссылка на инди-дич будет в описании. Подписывайся на канал, если ты этого еще не сделал. Ставь обязательно лайки. Подписывайся на группу ВКонтакте, на мой Инстаграм, Дискорд. Все ссылочки будут также в описании. Всем спасибо за просмотр. До встречи в следующих, ну, наверное, индюшках, да, инди-дичи и не только. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.